Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. В Санкт-Петербурге на 54-м году жизни умер кинооператор Кирилл Машкович, работавший со звездами российского кино. В Санкт-Петербурге умер кинооператор Кирилл Машкович, обладатель почетной премии ТЭФИ за фильм «Элегия жизни» Ростропович Вишневская, режиссера Александра Сокурова. Деятель киноискусства скончался 19 мая 2021 года на 54-м году жизни. Известно, что Машкович умер после продолжительной болезни. Кирилл Машкович был не только профессионалом высочайшего уровня, он был прекрасным человеком, светлым, внимательным, добрым, неравнодушным, он всегда готов был прийти на помощь с открытым чистым сердцем. Скорбим вместе с родными и близкими, коллегами и учениками Кирилла Валентиновича, выразили соболезнования в пресс-службе Российского государственного института сценических искусств, с которым оператор сотрудничал более 10 лет. Машкович родился в Ленинграде. В 68-м окончил в ГИК по специальности кинооператор и снял несколько десятков документальных и игровых фильмов, а также сериалов, среди которых «Улицы разбитых фонарей 9», «Бездна», «Морские дьяволы» и многие другие. Начиная с 95-го Машкович сотрудничал с иностранными киностудиями, снимая документальные фильмы для каналов Японии, Германии и США. Оператор много работал с настоящими звездами кино и театра – Валентином Гафтом, Александром Лазаревым, Светланой Немоляевой, Светланой Крючковой, Чулпан Хаматовой, Михаилом Поперечниковым, Юдией Пересыльд. Кирилл Машкович передавал студентам-будущим режиссерам телевидения и кино свой опыт как в кинооператорском, так и в режиссерском мастерстве. С первых же занятий вводил будущих режиссеров кино и телевидения область практического применения принципов этой профессии, вспоминали в РГИСе. Ранее от затяжной болезни скончался советский и российский актер, заслуженный артист России Александр Жданов. Александр Михайлович пришел в театр на Литейном в 1976 году, в январе 21 года. Мы поздравляли его с 70-летием, а в марте готовились отметить творческий юбилей 45 лет. Его уход – большое горе для всего коллектива. Он был нашей душой. За 45 лет творческого пути Жданов успел сыграть в 40 с лишним спектаклях мастерского мнения амплуа. Театр помнит его чутким актером, великолепным рассказчиком, мудрым товарищем и стойким человеком. Успел оставить свой след Александр Михайлович в кино. Он снялся в 20 фильмах и сериалах, среди которых и «Трио Фальдинио из Бергамо», и «Улицы разбитых фонарей», за плечами у Жданова съемки в «Бедном гусаре», «Замолвите слово» и «Емельяне Пугачеве», где он сыграл Павла I.